На поиске кого-нибудь, никого не нашел. Фисура отличная по троим, но туда бы запрыгнуть с хослэмом каким-нибудь. Но как ты запрыгнешь? Хотя ЦМ-ка ультует. Ага, а что-то драться не хочется. Дизраптор ультует тоже. Пытается Йонда пробить. Йонд живет. Сюда врывает тут Джиггернаут. Ставится тамба. Йонд в итоге погибает. Вот он, Эхослэм. Эхослэм залетает неплохой. Минус 2 уже. Дерется здесь также Клауд. Клауд, походу, минус. Потому что даже БКБ его здесь не спасет. 1 в 3. 1 в 3. Классно, круто делает трипл килл внезапно в этой драке. Вау. Ну, может быть, еще и запушить что-то удастся. Как вариант. Батрайдер полетел еще на поиске. Но там он не слэш, если что, под аркейн руны сейчас может залететь. А он и залет. Умри за меня, умри за меня. Умри за меня, говорит Трайдер. Он умер за него. Ладно. А, нашли квапу. Квапу могут забрать. Маник здесь, успевает блинкануться. В это время... Ай-яй-яй, Клауд уже бежит, напоминаю, у него есть блинк-даггер, есть дум, да, задумали, классно круто погиб, лассо потрачено было на Йонда, Йонг, в принципе, говорит, окей, меня все устраивает, поддинает, возможно, Дайнга, да, не получилось в итоге, погибнет, ну, слушай, очень долго бьются, команда сейчас придет быстрее, дум в итоге выживает, там стирают еще и шейкера попутно, а пытается улететь здесь господин Дизраптор, но даже его не отпускают, это минус 4. 10 тысяч рублей, так же как и следите за чатиком, если вы сидите общаетесь активно, периодически бот там закидывает ссылочку, также можете покликать по ней. Но тут у нас классно круто потратил блокинбар, поставил тамбу, окей, в это время разбирается Стидин, Стидин погиб, да, минус 2. Блок Архангел еще ультанул перед смертью. Он не слэш, есть уже герна, тоже герна. Вот это дэмэш, но Джаггера забрали. Джаггер погибает, есть байбек от Блок Архангела, стирая также здесь Терблейда. Проблема, что делает с андайвингом, он просто огромный. У него 3000 хп, он забирает Клауда, еще сейчас, может быть, заберут Блок Архангела после байбека. Да, он погибает, и они заберут Рошана, похоже. По-моему, Suicide врыв сейчас от Queen of Pain, да, да, я не знаю, куда прыгал у нас Маник, что он там хотел сделать. Вардом подработать, я не знаю, вот Джиггернаут, куда ты, вот что это? Ну, Джаггер умер, что, он в статике, да, в статике умирает. Все, это плюс Рошан, это выбитый байбек, это еще и Блэк Архангел, который в таверну, ну, они очень хотят третью карту. Все, что могу. Это возможно. ТБ занял выгодную позицию стратегическую. В силе рейджа стоит. Сейчас смотри. Минус мог. Ой, а что? Кто где? Тини прыгает вперед. ТБ нажимает БКБ. Йонда зажали здесь. В это время дум врывается. Классно круто, кстати, задумали. Могут успеть забрать. Да, он погибает. Майбэк делает шекер, вернулся обратно. Нормально прыгнул. ЦМ-ка тактик, кстати, отвлекает внимание. Пока что ТБ с ней разбирался. Зорка сюда, если что, ворваться. Метаморфоза откатила. Шейкера только не хватает. Нужно потянуть время. Нужно как-то развлечь здесь. Квапа прыгает вперед. Это дум еще прыгает вперед. Ничего себе. Дума поймали. На лассо возят под форму. Под форму ТБ. Дум. Прожал БКБ. Живет пока что до конца. Соник Вейв залетает, но от него толку мало. Квапа пытается уйти из драки. В итоге Рошана не забрали. Застанили Блэк Архангела. Бэрбук. Он не слышит, пожалуй, Джиггернаута. И Шейкер не успел раскастать. Погибает Джиггернаут! Просто месяц до конца, но ТБ сильнее, у ТБ есть форма! Задефать! Кто его знает, все может произойти. А, там себе... Босс. Да, Дум без Ма, если умрет, то это фиаско полнейшее! Он Дум! Кидает в итоге, но погибает. Толк от этого, конечно, 0. 120 секунд в таверне. А кого он Дум-то кинул? Он не кинул Дум никого. Блэк Архангел. Блэк Архангел приехал. Он умер. Ну да, по-моему, это ошибка для Тини. Это ошибка для Тини, он умрет сейчас. Он еле-еле выжил. Еле-еле выжил. Джиггерна обгрызается здесь. Джаггер пошел. Джаггер пошел. Он не слышал, блин. Ой, в лотус. В лотус, точнее, прошу прощения, да. Но!
Тамбу, тамбу сейчас нужно забрать, потому что андайвинга первый раз забрали. ТБ без формы. Пошел ультимейт от дизраптора. Накрывает Джиггернаута. Джиггернаут очень больно. Даже не личной форме ТБ его просто избивает. И эхо слэм залетает внезапно, но... Что Джиггернаута нет и ломает барак. Второй. А, рефрешер есть, кстати, Queen of Pain. Забирает себе. Йонд! Сопровождаешь таверну Йонда, да, он до свидания. Вапа прыгает вперед, рефреш нажимает, БКБ, Sonic Wave. Да, Дум рывается с анонимным Думом, но что-то как-то ТБ такое ощущение, что плевать или нет? Подождите, нет, ему не плевать, он погибает без байбека. Бэтрак не нарисуется. Я так понимаю, 2000 еще нужно где-то нафармить, да. Вместе сыграть с Носори, разбивать смог сами. Хотя до появления Рошана подраться. Но даже если они драк... Хекс, да. Умер. Он умер. Там еще за классно круто погоня. Дум на себя накинул Дум аганинный, но нет. В итоге не стали гнаться до конца. Ой, какой статик по двоим! Да, тут, по-моему, клопа. Все, байбек делает. Погибает Юн без байбека. В это время с тамбой разобрались вроде, но Блок Архангел тоже не очень как-то. Хекс сбивает. Он пока живет, у него нет, он не живет, он умирает. Как же быстро его забрали. Queen of Pain берется до конца. Doom выбили ему диск. По-моему, игра закончится прямо сейчас. Да, Doom погибает без бая. Клопа тоже отправляется, наверное, без бая. ГГ 1-1. Они очень хотели третью карту. Прям очень. Что сказать? Radiant Victory.